Всем привет! У нас уже 5 часов почти. Я только первый раз включаюсь к вам, так как приболела. В общем, заболела Настя. Выходим, идем на улицу. Кофта где? Саламат сизбе. Оденем ему кофту. Пошли. Не надо. Так. Пойду подавай быстро. Не балуйся. Ключ от машины есть? Есть. Открой, я возьму эту штуку. Покидаем чуть-чуть. Ключ положил ты? Да. Вышли мы на прогулочку. Ромка всю дорогу идет своим мячом. Баскетболист. У нас здесь футбол играет. Мальчишки кричат там. Футболисты. И кричат так, что на весь этот... Да. И что, вставай. Упал, что ли? Вставай, сынок. Да. Давай. Ну, давай. Давай, Рик. Я тебе помогу. У нас похолодало, мы уже курточки одели, плюс 20 на улице. Так, можно было, конечно, и без курточек, но ветерок такой прохладненький. Мы решили, что лучше в курточках. Вон они, футболисты, видите? Поэтому они кричали. Саша говорит, кто-то выиграл, видимо, точно кто-то выиграл. Так кричали. Да, да, потому что говорю... Это у Ильича, у Ильича, да? Да, погодься, да? Старается. Но... Нравится. Так, о чем мы заболели? Ромка сначала заболел. Начал кашлять. Ну, он как бы сильно не болел, но кашлял. Потом Давид начал у нас подкашливать. Но Ромка до сих пор еще подкашливает. Давид уже лучше. Потом Саша начал кашлять. Теперь у меня вчера вечером заложило легкие, в общем. Такое, знаете, бывает, как будто аллергия. Когда аллергия у сына старшего, я знаю по нему, и у меня такое было. Я вчера вечером чувствую, у меня заложило легкие. У нас такое бывает у Давида, например, когда у него аллергия на животных, на животную шерсть, и у него закладывает легкие. Но и у меня такое же бывает. У нас когда хомяк был, я вот у него когда убиралась, у меня тоже такое же было, вот что легкие закладывало. Ну, я взяла от аллергии одну таблетку, цетиризин выпила. Не помогло, вторую выпила. Вроде легче стало, но и сегодня утром встала, мне прям вообще что-то фигово. И сегодня целый день провалялась. И легкие заложены, и голова болит, и слабость, в общем. А сейчас вроде немножко получше. Мы вышли, Саша сегодня в ночь, он поспал немножко, вышли, чтоб Рома немножко поигрался. А что ты хочешь делать, вместе! Роман? Вместе бежать потом или что? Да. Не, давайте мне бушку дать, а я тебе буду бежать. Ну давай. Да. Придумал какую-то игру, Роман. Да. Куда-то что-то кидать, куда-то что-то бежать. Как вместе? Что ты имеешь в виду вместе? Похолодало. Такое ощущение уже, как будто осень. Уже такое... Прохлада осенняя чувствуется. Хотя листья еще... Зеленое, все зеленое. Ну, прохладно. Уже, я думаю, не будет так тепло, потому что по прогнозу стоит 21-23, вот так вот на всю неделю. Так что лето кончилось. Подожди, Ром. 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 Возьми мячик, курс. Смотрите, рододендр расцвел. Рододендер. И эти, как они называются? Фай. Как они? Инжир. Во. Видите? Инжира сколько? Целая куча.
Я тут уже один тогда срывала. Вон там он был такой готовый уже, такой фиолетовый аж. Они, видимо, как-то по очереди цветут или что? В прошлый раз, помнишь, Саша, я такой, он уже фиолетовый был. А эти какие-то мелкие, они что-то по очереди зреют или что? Да? Вот они, видите, какие. Мы тогда в Италии у нас тоже был, да? Вон, помнишь, мы рвали? Когда это, в доме были? В Италии. Там во дворе рос. Да, кидай мне мяч. А Ричи принесли, он не стал его есть, не понравился он ему. Он даже не понюхал его. Ну все, пойдемте. Ау, ухожу. Это магнолия. Красивое дерево, которое цветет. И у меня на заставке есть на моей аватарке, где я с магнолией. Вот я как раз с этим деревом сфотографирована. Красивое дерево. Он сначала цветет, потом листья уже у него. Ну давай. Ну я жду, давай. Ну что, ты полезешь, нет? Давай, пока детей нету, быстрее. Это сейчас кто-нибудь придет. Я не смогу снимать потом. Хоп, молодец, давай. Дальше. Ручками. Нет? Тяжело, да? Ну ничего, надо тренироваться, получится, Ром. Каждый раз по чуть-чуть, по одной перебирать, и потом получится. Сидели, мы, начался дождик. Тут все подорвались. Ромки надели дождевик, смотрите. У меня в рюкзаке был, когда мы на великах ездили. Я с собой парочку закинула. Сашка говорит, не преувеличивай. Говорит, зачем ты ему дождевики? Я говорю, надо же проверить, хоть это уже 2 года лежит. Мы никак не проверим их. Хоть на ромке. Там и руки можно даже просунуть. Просунь руки, если хочешь. Вон, с боков, смотри. Вот сюда, Ром. Суй. Сумочку. Ты, а Саша собирается. Саша собирается еще на велике сегодня ехать. Ой, бежим. Блин, мне тоже что ли дождевик одеть? Бежим. Класс, да, Ромка? Я говорю, тоже что ли достать себе? Такой дождь идет. Дождевик. А? Класс? Да? Но он одноразовый. Это я покупала где-то в Амазоне, что ли, заказывала. Там 10 штук упаковки было или 5 штук. Специально для велосипедов. Мы как-то промокли. 2 года назад с Романом выехали. Саша еще на сидушке его возил. И вот после того я заказала, и они так у нас и лежали все. Ром, ну перестань. Че, будем ждать, когда кончится? Тогда летом было это. Жара была, да. И потом резко такой ледяной дождь. Еще такой крупный. И Ромка всегда у нас любил дождик, а потом после этого он сказал, нет, и дождь я его не люблю. Блин, что-то сильнее мы промыкаем. Отказался ехать на велосипеде. Как ты? Что, идем? Пойдем домой. Ну, тебе-то хорошо, мама одевайся. Мы нарядились. В общем, решили тоже такой дождь. Меня даже телефон не узнал в этом дождевике. А ноги что? Ноги? Ноги пускай. Да, Ромки, да. Все, идем потихоньку, пока чуть-чуть расслабился. Ну что, выходим. Лопаем все еще. Дождь аж льется. Ну да. Да, вниз текет. Ну что, мы добежали до дома. Нормально все. Единственное, кроссовки промокли полностью. И джинсы ниже колен, в общем. А так, в принципе, вообще практически ничего не промокло. Вот, ну, вот тут вот чуть-чуть у меня. А так, все нормально. Классные дождевики. Правда, мы их сняли, сразу выкинули в мусор. Одноразовые они. Сейчас будем чай пить. Заварила уже заварочку. Чайник еще раз поставила. Сейчас чаек попьем. Будем горлышко свое лечить, что у меня прям вот тут вот все такое.
в общем, хрипит. Возьму медик, чай, попьем. Машка ушел на рыбалку. Рыбачит там. Рыбу ловит. У меня там пылесос наверху пылесосит. У Давида в комнате робот. Поэтому шумно немножко. У меня я поставила Роману варить спагетти, потому что ужин, как всегда, будет. Я хочу спагетти с сыром или макароны с кетчупом. Что-нибудь захочет сейчас. Только сядем чай пить, скажет мама, давай. Поэтому я сразу заранее варю. Поставила. Наш чай заварился. Мы сейчас с Сашей будем садиться чаек пить. Саша сейчас в ночь еще собираться. Хотел на велике ехать. Говорит, сейчас дождь пройдет, а потом на велике поеду. Ну, дождь, в принципе, прошел, да. Но я не знаю, как на велике ехать. Лучше уж на машине, я считаю. Чаек наш просил. Кстати, очень вкусно получается чай. Какой чай я завариваю? Сейчас я вам покажу. Вот этот. Вот этот мы купили. Ну, первый раз такой взяли. Неплохой, я скажу, вкусненький чай. Завариваю. Две, где-то около 2 чайных ложечек я вот на такой чайник кладу. Это за мой вкусно был получается. Чай. Вкусно. Твой чай? Да, я буду наливать теперь. Ты будешь такой чай пить? Да, буду наливать. Хорошо. Саша на работе вот такую принес сегодня. Такую вот фляжку дали. Это у него фирма так называется. Сейчас выкупили. Вот теперь Novelis у них называется такая железненькая. Пацаны отказались от такой фляжки. Я говорю, а давай мне, я буду на спорт или куда-нибудь. В общем, классная штука. Выхожу сейчас из дома, смотрите, у нас вся машина. Где деньги? Гадить гадят, а денег меня не оставляют. Что за этот? Тут еще кто-то воткнул мне. Ай. Так не люблю, когда они втыкают вот всякую рекламу вот эту, чтобы покупать. На крыше тоже. Они у нас провод вот тут проходят. И птички там гадят. Так. Так. Ой, после Сашек. Так неудобно садиться. Всем привет. Не поздоровалась с вами. Сразу предупреждаю. Не обращайте внимания на мой голос. Он у меня хриплый. Я хриплю. Так я себя чувствую нормально. Вчера вечером я даже мне приспичило перемыть весь дом, первый этаж, не весь дом, первый этаж, полы помыла, пыль вытерла, в общем, навела порядок. И сейчас куда я собралась? Детей оставила дома, Саша с ночи спит. Поеду в город, в Кублинс, в центр. Докуплю все, что не купила Роману. Вчера померила ему... Вчера это было? Да, по-моему, вчера я ему померила рубашку и штанишки, которые купила, брючки. В общем, штанишки, как я и предполагала, брючки эти, они не подходят под эту рубашку, поэтому нужно что-то другое, более классический вариант какой-нибудь. Ну, сейчас посмотрю, что-нибудь докуплю. В общем, кулек первоклассника мне нужно заполнить до конца. Вот я, наверное, в Тейде или куда-нибудь зайду, куплю. И плюс я еще хотела себе обувь какую-то посмотреть, потому что я так прикинула что-то, думаю, мне идти. Ну вот Ромку 1 сентября, мне все хочется сказать, первый день в школу вести, и вся обувь такая классическая, более классическая, что я могу надеть там с брючками, с, например, с этим, как сказать, с платьюшком, если я даже не знаю, что я буду одевать еще. У меня шлепки, босоножки открытые такое. Думаю, что-нибудь нужно, потому что уже на улице у нас прохладно стало. Сейчас плюс 16, ну уже куда, какие шлепки, какие босоножки, да? Можно, в принципе, если ты там что-то такое закрытое, ну как... Не так холодно будет, да? Можно, в принципе, одеть, если не так холодно будет, солнечно и всякое такое. Но у нас погода в день по 10 раз меняется, поэтому... Ну и вообще мне нужно, чтобы у меня было что-то такое на выход, да, какая-то обувь. Не буду сильно дорогую никакую брать. Ну посмотрим, может, если попадется что-то
есть, если попадется что-то прям такое, что захочется, да, красивое будет и удобное, то я возьму. А если нет, если вот просто выйти, то я не буду сильно дорогое брать. Вот так вот. Ну, посмотрю еще, дай бог, чтобы что-то найти. Вот, вот и все. Такие у меня планы. Ну, после этого у меня еще есть кое-какие планы, кое-куда съесть, но об этом потом попозже. Так что с вами едем сейчас в центр, в Коблинз, на шопинг. Ну все, я на месте. Приехала, зашла в Лёрдс-центр. Сейчас буду смотреть по пути, какой магазин попадется. Ближайший, в те и буду заходить. Пойду, наверное, сначала в Зару зайду, посмотрю, что там есть спокойно, пока здесь рядышком, а потом уже дальше. Мой любимый магазин. Не то, что он любимый, просто эта фирма мне нравится. Я ногти в основном делаю с этой фирмы. Все у меня. Галифийный вот этот. Хороший. Хорошая, но не дешевая фирма для ногтей. Все, вон впереди Зара. Зара, как многие говорят, поправляет меня. Мне привычнее Зара говорить. Идем, смотрим, что там есть. Посмотрим. Здесь обычно музыка очень громко играет. Поэтому я не могу вам снимать. Эти куртки мне нравятся, телогрейки. 70 евро. Серенькие. Смотрите, джинсовочки какие, со стразами, джинсы. Джинсы надо мне, но я не знаю, что. Это же классное. 70 евро. Сейчас посмотрим джинсы. 29,95. Вот они. Посмотрим, что здесь есть. Маечки классные, по 15,95. Такие разных цветов. Заре не нашла ничего. Зашла в два обувных. Один распродажа там был. В общем, посмотрела. Там такой беспредел. В общем, полностью там все распродается. Ничего не нашла. Потом зашла в Дайхман. В Дайхмане тоже, в общем, ничего такого не было. Ни для Ромки, ни для меня. Роме тоже надо, кстати, спортивную обувь. Ничего не нашла. Сейчас иду, в общем, выхожу с этого торгового центра. А, хотя вон еще есть какой-то детский магазин тоже обувной. Зайду туда, посмотрю, если есть, есть. Если нет, то выхожу с этого торгового центра, пойду туда, в другой, в общем, рядом, в форум. Я не знаю, тут для бебичек только? Нет, тут для взрослых тоже есть. Что за обувь? Посмотрим. А, ну нет, я здесь ничего такого не найду, по-моему. Именно спортивную обувь. Такая. Можно сразу выходить. Иду сейчас в галерею, посмотрю, может там что-то есть. Посмотрим. Надо обувь смотреть. Здесь мужская получается, наверное. А вот там сзади женская. Сейчас посмотрим. Нашла, перемерила целую, я не знаю, штук 6, наверное. Что-то мне не это. Так вроде удобно, но зеркало смотрю, мне очень нравится, поэтому пока в поисках. Сейчас поднимусь на этаж выше и посмотрю, здесь тоже есть от Mango отдел. Что здесь есть, в общем. Скидки, скидки, скидки везде висят, не знаю.
Levi's. Вот она, манго. Сейчас посмотрим, что тут есть интересного. Мне вообще нравятся вещи от манго. Ну что, купила я себе обувь. Купила ромки, джинсы. Брючек не нашла, поэтому купила джинсы. Думала, вам все покажу. Еще кое-что купила. Сейчас иду к Тедди. Так, посмотрим сейчас, что здесь есть. Что-нибудь красивое такое. Надо мне ленту какую-то взять. Смотрите, какая прикольная. Наверное, вот такую возьму. Да, такую возьму. Что-то мелочевку какую-нибудь нужно набрать, чтобы наполнить ему. Как раз вот всякая ерунда продается, и он такое вот любит, всякую ерунду. Девчонки над мной смеются, что я говорю всякую ерунду. Но на самом деле вот всякая вот мелочь. Вот такими, кстати, мы учились рисовать карандашиками. Девочки на заметку, у кого маленькие детки. Классно, прикольно, они их берут. Вот тут нарисовано даже как хорошее. Дальше. А вот здесь я могу еще посмотреть ему, если есть вдруг такое одевать, чтобы не заморозиться, когда красками рисуешь. Вот единственное, что я не купила из того, что нам нужно. Здесь нету ничего такого вроде как. Так, здесь для зверюшек, здесь для школы. Всякое. Но это у нас все есть уже. Этот порошок где-то я видела. Слушайте. Где-то в рекламе, по-моему, я видела его. Это не порошок, это паста какая-то чистящая. Так, дальше пойдем. И здесь есть какие пакеты. Вот для биомусора. Пакеты. Биомусор. 10 штук. 20 литров, 1 евро. Возьму, посмотрю, как они. Ну что, все, практически все купила, что хотела. Зашла еще в китайский, купила еды, потому что не успеваешь приготовить. Булочную зашла. Вот такие у меня покупочки сегодня. Все, что купила, я вам покажу в следующем видео. Может, получится очень длинное. В общем, сейчас я еду домой. И в следующем видео мы с вами увидимся. Всем пока!